заседания. Но, может быть, совсем несколько действительно совсем общих соображений. Я сегодня хотел поговорить о величайшем художнике 20 века, одном из самых знаменитых и замечательных художников, Марке Шагале, который, мне кажется, не до конца понимаем не только любителями искусства, не только посетителями выставок, но и искусствоведами и специалистами. Я хотел дать некий, может быть, специфический еврейский взгляд на творчество Шагала, потому что мне кажется, что это та вещь, которая отпускается, как правило, искусствоведами, которых вы можете читать, которые работали в России и писали о нем, или французскими, например, искусствоведами. Потому что Шагал все-таки принадлежал очень тесно к ивришской культуре и кругу, я бы сказал, к кругу восприятия мира художнического, то есть зрения хасидизма. И это очень существенное соображение, оно в какой-то степени было восполнено, вот этот был пробел в книге Натальи Овчинской, замечательный поэт, который скончался несколько месяцев назад. Мне кажется, что по-русски, если вы захотите более внимательно почитать о Шагале, книга «Шагал» Натальи Овчинской лучшее, что было написано по-русски об этом художнике. Шагал прожил очень большую жизнь, и он удивительным образом впитал в себя множество разных культур. При этом он остался действительно выразителем еврейского мировоззрения, хасидского мировоззрения, которое сформировалось в XVIII веке после тяжелых очень потрясений, пережитых еврейским народом после погрома Богдана Хмельницкого. Возникло движение, которое, как вам это сказать, которое, как мне сказал вот один мой знакомый брат из России, оно основано на том, что жизнь настолько тяжела и невыносима, что только через радость, через танец, через эстетическое состояние поклонения небесам можно ее вообще терпеть, можно ее выносить, потому что иначе это просто нетерпимо, просто невозможно это вытерпеть. И я тут обращаюсь к самому главному, может быть, образу, который принят в Кабале и потом очень сильно переработан был в хасидизме. Это образ, то, что называется в иудаизме цинцум, сокращение, когда Всевышний для того, чтобы что-то создать, должен был сам как-то сократить свое присутствие, образовать некое пространство для творения Вселенной. И когда он это самое творение совершал, то сосуд, который, условно говоря, помещал вся святость, все творение, все творчество Всевышнего, сосуд этот лопнул. И миллионы, миллиарды осколков рассыпались по всему миру. Осколки – это сосуды, это кусочки зла, которые рассыпаны по миру. А сам свет, сам акт творения, который содержался внутри этого сосуда, это искры святости, которые рассыпаны везде. Нет верха, нет низа. Эти искры надо собрать. Если мы их соберем воедино и сумеем их соединить, то тогда возникнет некая цельность, некая связь между землей и небом. Вообще, это вот такая проблема, которая рассматривается очень широко в иудаизме. Если вы помните второй день творения, когда Всевышний отделил небо от земли, единственная фраза, когда он не сказал, что и это хорошо, он не был удовлетворен этим творением, потому что всякое разделение – это всегда конфликт, это всегда некое противостояние. И дарование Торы на Синае – это была попытка, то есть это не была попытка, это на самом деле удалось, это
это преодоление, свершилось, то есть соединилось небо и земля, Всевышний передал на землю через Моше Тору, которая стала основой, собственно говоря, человеческой цивилизации. Но я все это веду. Я веду это все к тому, что Шагал, пожалуй, единственный из мировых художников, который тоже сознательно и бессознательно, я думаю, что в большой степени сознательно, пытался преодолеть вот этот вот разрыв между небом и землей, пытался соединить. Мы сейчас посмотрим, как это развивалось в его творчестве, с чем это было связано. Я начну, пожалуй, с портрета, который он сделал в Париже. Несколько слов вообще, может быть, о биографии. Марк Шагал родился в 1887 году в Египте. В очень простой семье. Отец был торговцем в селёдочной лавке. Мать была тоже простая женщина, но если вы появитесь в Витебске, посмотрите, это очень скромный домик Шагала на окраине Витебска, в еврейской его части. Если помните, я вам рассказывал, что Витебск был разделён на еврейскую и православную часть, и христианскую, даже более точно можно сказать. И надо вам, помните, я вам говорил, надо отметить, что Юда Пен, который создал первый художественный хищник, был первым хищником Шагал. Мне кажется, что мы касались этого в предыдущих лекциях, но Шагал не был удовлетворен ни одним учителем. Он очень рано уехал в Петербург, потому что в семье относились к его увлечением искусством, ну, как обычно относились к еврейским семьям с некоторым подозрением. И сестры его использовали холсты, тебя подобные записанные им, как половые тряпки, вытирали ими полы. И, в общем, жизнь ему показалась невыносимой. Отец швырнул ему на тапист, и Шагал, швырнул на 27 рублей на пол, и он ползал под столом, собирал эти гроши. На эти деньги уехал в Петербург, где учился у знаменитого художника, учился Николая Рериха. Он учился у Дубужинского, известнейшего художника мира искусства. Он учился у Леона Бакста, знаменитого театрального художника. Но все это его не удовлетворяло. Я хочу, может быть, коснуться несколько слов сказать об этом автопортрете, потому что он много говорит о некой внутренней силе Шагала. Дело в том, что самые яркие впечатления, которые Шагал берег, как бы хранил детство, это воспоминания, именно воспоминания о его детстве, о рождении, потому что рождение, помните, я вам говорил, рождение и детские восприятия мира, оно непосредственно, оно не подвержено дальнейшему влиянию там, цивилизации, школы и прочее. Помните, я вам говорил, как рыбак рисовал под детские рисунки, рисовал при иллюстрации, потому что детское сознание не испорчено. Так вот, Шагал очень берег это детское сознание, при том, что он перерабатывал все, что он получал от учителей. И кубизм, там, конструктивизм, и лучизм, и все явления современной его культуры, были очень тонко, тактично и мудро переработаны, так что это никак не забивало вот ту органику, которая у него сохранилась с детства. Значит, этот автопортрет, почему я хотел обратить ваше внимание? Он написан в Париже. Понятно, что всегда, когда Шагал, когда ему было 20 лет, когда он ездил в Париж, он скучал по Витебску, он пишет тут на подрамнике, на мольберте стоит его картина, к которой мы еще вернемся, она называется «Россия злам и другим». Но я хотел обратить ваше внимание на то, что у Шагала 7 пальцев. Почему в этом портрете у художника 7 пальцев? Если есть идеи, я готов их принять. Поскольку идей пока нету, я вам сразу отвечу, чтобы мы двигались дальше. 7 пальцев – это 7 дней творения. Почему? Потому что художник подобен творцу. Художник, как творец, за 7 дней создает мир. Художник своими картинами создает свой мир, свое творение. Я сейчас перехожу к самым ранним произведениям Шагала, к вещам, написанным им еще
до отъезда во Францию, практически в возрасте 18-19 лет. Первая композиция, которую я хотел вам показать, называется «Смерть», вторая называется «Рождение». Что характерно для этой композиции? Шагал писал в своей книжке, она, кстати, была написана тоже, когда было 20 с лишним лет, что он хотел изобразить улицу и всякие трагические события, связанные со смертью, без такого, знаете, символизма, чтобы это выглядело естественно. И как у него это выглядит естественно? Это эскиз, есть еще картина «Маска», она более темная. Но композиция похожа, я просто сделал стих, потому что лучше видно, что происходит. Значит, Шагал выбирает очень характерно для него вообще. Он смотрит как бы сверху, он смотрит с небес. Его точка наблюдения всегда над. Видите, что он находится над улицей, да? Этот самый умерший, он как бы устремлен на зритель. И при этом это не трагическая картина по своему ощущению, самоощущению, потому что и смерть, и жизнь – это все, это часть проявления общего вот потока жизни такого, да? И тут нету трагизма, в отличие от композиции по поводу похороны, смерти, которые мы видели, например, у художников Лидовина, Аксельрода или Альтмана. Ничего подобного. Происходит, да, его положили, это мертвеца, прямо на улице. Здесь нет этой фигуры женщины, которая скидывает руку трагическую, так сказать, жести такого, но при этом есть человек, который совершенно спокойно, поскольку в жизни продолжается, подметальщик. Он подметает этот цвет улицы вместе с этим значит, покойником, который вовсе не выглядит мрачным. Кто-то сбегает, как всегда у Шагала есть движение, как бы совсем наивное, и фигура просто уходит из плоскости картины, потому что мы видим их только какие-то части, только фрагменты. И есть первый, вот его появляется скрипач на крыше, который потом стал так известен и стал каким-то неким символом китча, который, конечно, не характерен вообще для искусства Шагала. Обратите внимание на эту самую раннюю композицию. Все говорят всегда о сюжете, но никто не обращает внимания, что Шагал строит свои композиции достаточно жестко. Он, в общем, при такой наивности, при такой, как бы, такой, знаете, детской и непосредственности, у него всегда есть очень жесткие построения. Вы видите, что эта композиция построена по принципу такого треугольника, да? Мы видим, что это треугольник. Теперь другая картина того же примерно времени, юного Шагала, там называлась «Смерть», и эта картина называется «Рождение». В этой картине этот треугольник, связанный с рождением, треугольная композиция, смещена вправо. И она носит такой статический характер, потому что женщина, которая вообще женская функция, женская часть у Шагала всегда, это обычно левая часть композиции, мужская правая. Мы потом, может быть, еще вернемся к этому левую и правую. Но женщина – это некая статика, потому что женщина связана с тем, чтобы рожать, и преображать жизнь, но раз за разом рождает новых и новых значит, детей. И этот балдахин красный, это символ такого рожающего лона. При этом многие обращают, говорят, что это парадоксально, вот этот самый муж этой женщины рядом справа от этой жертвы, рядом с кроватью, сидящей на полу. Но надо вам сказать, что в принципе даже сейчас в Израиле принято мужу, принято присутствовать в природе, он помогает своей жене, и в этом нет никакого противоречия в данном случае. Но интересно тут другое, мы видим правда, часть картины невероятно динамична, потому что мужской мир – это мир преображения, мир динамики, мир действий. Евреи находятся в естественном своем состоянии, они спорят очень яростно, да, у них масса мнений по поводу того, что происходит. При этом есть глядящие в окно, значит, там, дед и мальчик, есть входящие с козой евреи. И этот мир, посвященный, окрашенный таким золотистым светом, который проходит через всю правую позицию, мир действия, мир движения, и мир, связанный с учением, мир, связанный с исполнением. Да?
Еще одну работу я вам хотел показать, она тоже связана с жизнью и смертью, это тот же самый ранний период Шагала. Вот этот вот лодчик, который ведет скотину на убой. Надо сказать, что дядя Шагала был резником. Он, вы знаете, что при резком законодательстве животных убивают физическим образом, так, чтобы они не страдали, перевязали на вену. Но не в этом дело. Дело в том, что Шагал очень часто бывал в Лиллах, но оттуда приходил его мама, его своего дяди. И вот это отношение к животным, которые должны себя погибнуть, и которые в то же время являются олицетворением жизни запертой, не могущей выразить свои страдания. Эти лошади, которых он говорил, что они не всегда похожи на коров. Эти коровы, это этот мир, который принято приносить в жертвоприношение. В еврейской религии традиционно в древности принимают, знаете, в храме приносили жертвоприношение из кошерных животных. И вот эта вот корова, которая покорно едет в телеге, и женщина, которая несет еще одно овечку, это символ жертвоприношения. Однако в этой мрак, в общем, как всегда у Шагала, в этой картине, которая посвящена очень трагическим событиям, и в ней при этом мы видим рождение новой жизни, потому что прямо нового этого самого жеребенка, нового младенца, лошади, он рисует прямо внутри тела этого животного, чтобы нам все было понятно. Обратите внимание, что здесь композиция вытянута резко по горизонтали, но очень смело и жестко, я еще раз говорю, компоновано. И когда Шагал приехал в Париж, то его вот идея вот этого верха и низа была связана очень сильно с тем, что он увидел в этом городе, потому что как раз тогда была недавно совсем выстроена Эйфелева башня. Эйфелева башня казалась им тогда символом, который достигает небес, потому что, на самом деле, смотрите пропорции, да, которые выставил Шагал. Потому что попытка с Земли преодолеть вот этот разрыв, о котором я говорил в начале нашей встречи между небом и Землей, предпринятый Немродом, да, Вавилонской башней, привел к самым трагическим последствиям, когда мир весь распался на множество языков, потому что это был, так сказать, акт Земли достичь неба, а не неба повлиять на Землю. Так вот, он рисует эту Эйфелеву башню, и этот сложный процесс размышлений, что же, собственно, такое эта самая башня, что же это такое достижение неба. Обратите внимание на окно, которое напоминает лестницу Якова, и образ людей, которые находятся внутри одного туловища, имеют два разных профиля, то есть смотрят в разные стороны, так же, как и лежащие мужчина и женщина на заднем плане. Ну и очень характерный, как всегда, животные Шагала, которые прямо буквально сошли с средневековых рук, извините, это нам совершенно сильная картинка, прямо сошли со средневековых рукописей, которых мы с вами говорили. Еще одна работа, которая написана в Париже, «Я и моя деревня». Надо вам сказать, что в Париже Шагал поселился в уникальном месте, так называемый Улей. Это, если выйдете в Париж, я вам советую туда пойти. Это место, которое мало кто знает. На улице Данте находится круглый деревянный павильон. Этот павильон был куплен скульптором, видимо, был очень хороший человек, довольно известный скульптор, довольно богатый, по фамилии Буше. Это был павильон Дин на всемирной выставке. И когда разбирали павильон и выставку, он просто его выкупил и перенес на купленный им на Монпарнасе, на окраине Парижа, недалеко от войн парижских, вот Жерар. Купил участок земли и там поставил вот этот вот павильон деревянный. В этом павильоне жили величайшие художники 20 века. В этом павильоне сложилось то, что мы называем «Эколь де Пари», «Парижская школа», которая, если вы внимательно посмотрите на список работающих там художников, на 75% состоит из художников.
из художников, которые составили славу искусства 20 века, с ними, может быть, можно сказать, что с ними конкурировал какой-то степени группу кубистов, которая осталась на Монмартре, на другом конце Парижа, где была группа Пикассо, Брак, Гриф, вот эта компания кубистическая. Они были уже так довольно известны, а эти художники были практически нищие. Они жили в очень странных мастерских, в них они были как бы треугольные по форме. Они жили за гроши, их еще подкармливали там все кухарки и вся эта вот нищета и вся эта вот странная богемная жизнь давала друг другу, каждому из этих художников, какую-то подпитку, потому что все-таки они жили все в одном общем пространстве, все в нем рисовали, и скульптуры появлялись во дворах. Сейчас в этом доме тоже не спустят, туда не пускают внутрь. Я вам советую просто посмотреть, потому что это много говорит о Париже. Дело в том, что кафе, где были всегда ели заседатые этого заведения, художники и дуги, такие как Модельян, Путин, в разное время там Штернберг, и Таскин, и Альтман, и множество величайших художников, Жак Липшиц, я не буду говорить, это больше сотни художников там успело пожить. Теперь эти кафе не представляют того, чем они были. Раньше это были кафе для бедных, где Модельяне рисовал за рюмку вина, рисовал рисунок и давал его хозяину. Сейчас там, вы знаете, там вам будет не просто задумайтесь, прежде чем купить чашку кофе. Галаха не запрещает мужу присутствовать в природе женщины, и это, как правило, еврейских семьях, религиозных особенно, мужчина всегда присутствует при роде. Да, так это я отвечаю на вопрос, который мне возник в Сергее. Что касается ситуации с Шагалом. Шагал пишет, вот об этом я даже вам прочту кусочек, который он пишет. Здесь жила разноплеменная художественная богема. В мастерских у русских рыдала обиженная натурщица, у итальянцев пели под гитару, у евреев жарко спорили, а я сидел один перед керосиновой лампой. Кругом картины, холсты, собственно, не холсты, а мои скатерти, просто не ночные сорочки, разрезанные на куски, натянутые на подрамы. Ночь, час, два, три, скоро рассвет, сбоем доносит мычание бедные коровы. Так я просиживал до утра. Валяется багет, яичные скорлупки, коробки от бульонных кубиков. Не угасает огонь в лампе и в моей душе. Обратите внимание, что я не буду читать много, хотя Шагал замечательно пишет, я советую вам почитать. Я не буду читать много из этих воспоминаний его, но факт тот, что Шагал мало общался с ними такими. Шагал запирался, они говорят, что он говорит, художники вспоминают, что он на веревочку завязывался в дверь, и открывал он только на настойчивый стук, если кому-то надо было убирать. Он был очень увлечен собой и своим творчеством, очень внутри него. Он не выпивал и не закусывал в Ротонде и в Оливерских деньях. И при этом он обратил на себя внимание очень известных групп французских поэтов, писателей, создателей новой, я бы сказал, французской литературы. Как является Сандра, Аполлинер. Аполлинер, кстати, применительно к Шагалу придумал термин сюрреализм. Хотя Шагал, конечно, не был сюрреалистом и отказывался в дальнейшем. Говорил, сюрреализм это не применял, потому что в сюрреализме применяется автоматическая система письма. У меня это живая живость. Так вот. Вернемся к этой картине. У Шагала тогда было очень сложное внутреннее состояние, потому что он находится в центре Европы. Он как бы уже французский художник. Он очень популярен. Его уже превозносят. Ему первую выставку устраивают в Берлине. Такой издатель журнала и коллекционер Вальден, который, как вы, кстати, потом не отдал мне ни картины, ни деньги, не важно. Это, кстати, обычный случай вообще для всех художников. Но Шагал уже находится в центре Европы, и он себя чувствует с одной стороны, он себя чувствует европейцем, с другой стороны он себя по-прежнему чувствует витебским евреем.
И вот в этой картине «Я и деревня», написанной в Париже, мы видим симметричную композицию. Опять очень жестко построена через пересечение двух диагоналей. Обратите внимание, что два профиля пересекаются и как-то диагонали образуют такую диагональную композицию. Да? Внутри этот треугольник, нижний треугольник под большим древом жизни, который является традиционным еврейским изображением. При этом, если вы обратите внимание, у Сагала на шее крестик, да? А зато на руке у него обручальное кольцо с Маген Давид. Маген Давид выгравирован на обручальном кольце. То есть Шагал нам рассказывает, что я нахожусь в некотором странном состоянии. С одной стороны, тут Европа, тут это художник, тут центр вообще жизни, выставка в Берлине. С другой стороны, я по-прежнему Витязь, я вспоминаю моих несчастных коровах, которые не могли вообще выразить все чувства, которые у них находятся, которые нас скормили. Обратите внимание, что в морде коровы на женщину, которая доит эту корову. Я по-прежнему витебский, посмотрите, вот Витебск у меня в глазах. Но Витебск этот перевернулся вверх ногами. Видите, тут перевернутые фигуры женские рядом с мужской, перевернутые дома. То есть он искренне повествует нам, как ребенок, о своих переживаниях. При этом, еще раз говорю, это замечательно выстроено с точки зрения света, с точки зрения композиции и с точки зрения художественной переработки кубизма. Что удивительно, на самом деле, потому что все-таки, если мы посмотрим на замечательных художников-кубистов на своих направлениях, мы часто не можем, в самом деле, не будучи уж большими специалистами, отличить, там, не знаю, где Брак, а где Жорж Брак, а где там Павло Пикассо. Не можем, потому что мы не... Потому что это похоже, понимаете, это похоже. Шагал не похож ни на кого. Шагал оставался всегда Шагалом. И вот это загадки его творчества, которые он всегда так ухмыляясь говорил, я видел это вот в интервью и в том, что он рассказывал. Он так, когда просили рассказать о смысле его работы, о том, что же, собственно, что-то такого он нарисовал, он говорит, а, ну кто поймет Шагала. Вообще тогда было модно, на самом деле, вот в этом искусстве периода между мировыми войнами, даже до Первой мировой войны, было модно на такие, была мода на загадки. Художники должны были загадывать зрителям загадки. Так вот, обратите внимание на картину, посвящается Аполлинеру. Я просто взял несколько сюжетов, чтобы вам просто показать, как двигается мысль Шагала, художника, который родился в среде, учил школу и потом выражал современное стремление к искусству. Как известно, первые люди, Адам и Хава, Адам и Ева, были созданы из одного тела, да, то есть со стороны, из бока, ну, потом христианской традиции перевели как из ребра, из одной части Адама сделалось Ева. Это как бы было одно существо. Существо это, когда разделилось, с ним произошло грехопадение, вы помните, что с яблоками, со змеем, и что тогда началось? Тогда началась, собственно, история человечества. Тогда они были изгнаны из райского сада, и пошла вот та история человечества, которую мы знаем. Но при этом мы знаем традиционный мидраш еврейский, из Санедрина, в котором нам четко говорится, что все эти события, сотворение человека, и искушение змеем, и изгнание из рая происходило, ну мы знаем, что это происходило в шестой день, то есть в пятницу, да, Верев Шаббат, как говорят мне на еврейском. День, когда начался. Вечер начинается седьмой день, еврейский день начинается вечером, потому что там и был вечер, и было утро. Так вот, варение человека с точки зрения мидраша, не надо воспринимать это абсолютно буквально, потому что мы говорим о космических вещах, что и видно в этой композиции Шагала. Итак, варение было в 9 часов, мы видим цифру 9, в 10. Видите, вот этот ноль дальше. В 10 произошло вот это вот поглощение яблока, то есть когда Ева поддалась искушению. И в 11 произошло изгнание. Обратите внимание, вот это изгнание, он шагал делит цифру 11 на две части. Вот часть, которая была в райском саду, накрашена в красный цвет. А вторая единичка находится в цвете таком золотистом, в том же телесном цвете, в котором находится Адам и Ева, потому что
по мысли Шагала, они были изгнаны, они стали телесны. Возникла смерть и возникла та история человечества, которая нам сейчас знакома. И вот этот вот заколдованный как бы круг движения или мироздания, он очень точно выражен Шагалом, но часто искусствоведы и люди, не совсем знающие еврейскую мистику или еврейскую литературу, не совсем точно это трактуют. И я не знаю, насколько ты знал Гийома Полинер, французский писатель, который изучал Шагал в ресторанах. Но вполне возможно, что он знал. Понимаете, мы не знаем точно, кому и как Шагал объяснял свое творчество. И вообще, насколько творчество нуждается в объяснении. А еще один момент, который я хотел вам просто продемонстрировать вот из того периода раннего Шагаловского периода парижского. Это вот этот вот скрипач на крыше, который, как я уже сказал, стал общим потребителем. Но обратите внимание, ведь этот скрипач находится одной ногой на земле, да, а другой он находится на поверхности земного шара. То есть еврей находится одной частью, одной своей ногой. Еврей находится в своем родном доме, в своем родном пространстве. Другая нога, его нога принадлежит всему миру, потому что это, он несет весть, он соединяет небо и землю для своего человечества, он это шагал. Друзья мои, я перехожу дальше, я потом отвечу на вопрос, я не хочу сейчас немножко сбиваться с нашей темы. Мы сейчас продолжим. Одну секунду, я просто, чтобы не понять, где мы с вами находимся. Да. Еще одно постоянно встречающееся у Шагала, у раннего Шагала, у позднего Шагала изображение, изображение распятия. При этом обратите внимание, это распятие это начало, ну это время погромов, это начало духовной деятельности в России. Кто распят? Это очень существенно, да? Распят ребенок, вот этот вот синий ребенок, который распят, потому что он находится, скорее всего, по мысли Шагала, он находится в изгнании, и за ним есть эта река Вестница, или как там ребенок, который я вам рассказывал, которая отделяет потерянный колен Израиля. Он распят внутри такого космического некого события, которое разделяет хост на такие связанные друг с другом планетарные окружности, входящие и выходящие друг друга, остриями специально. Обратите еще раз внимание, мы потом еще вернемся к этой истории с распятием. Обратите внимание, что идея вообще Шагала была, что все эти препятствия, все эти вот симбатионы, все эти заборы, все эти страшные препятствия, они преодолимы. Преодолимы, если воспарить. И в самом деле, сама биография Шагала нам рассказывает, что он успел, он всегда успевал уехать в правильное время и избежать очень тяжелой участи. Ну, понятно, что было бы с Шагалом, если бы он все время не уехал в Париж. И совершенно понятно, что было бы с Шагалом, если бы он остался в оккупированной немцами Франции, когда успел уехать в Штат. Шагал прожил поэтому целый век, он прожил 98 лет. Удивительно, он сохранял работоспособность до последних дней своей жизни, тот был величайший судья в конце жизни. Но идея вот эта с молодости, что можно преодолеть, что можно улететь, что можно взлететь над пространством, как этот вот странник, она очень существенна для Шагала. Надо сказать, что в какой-то момент Шагал, у него была всю жизнь одна очень большая любовь, он потом все это важно после смерти своей любимой жены Беллы. Но Белла Розенфельд была такая муза и любимая жена, и он за ней приехал, он приехал жениться из Парижа в Витебск. И тут началась Первая мировая война, и Шагал застрял в Витебске, и созданная вот эта картина «Влюбленные» изображает его и Беллу, которые летят над этим Витебском. Как всегда у Шагала есть очень сильное разделение
верх и низ, обратите внимание, что эти волшебные влюбленные летят над бесконечными заборами, которыми разделяется вот этот вот замкнутый, закрытый провинциальный еврейский мир от большого мира. Под этим забором управляет воздух, что очень часто у Шагала. Но это не мешает, потому что нету низа и нету верха. Все пронизано вот этими вот лучами, все пронизано влиянием как бы неба. Это очень знаменитая картина, которая находится в галерее в общей доступности. Одну вещь, которую я хотел вам заметить, очень существенную, может быть, мы к ней еще вернемся, но дело в том, что Шагал считал, и вся его идея была в том, что дом у человека находится в его душе. Это не такая простая идея для художника и дешифта. Как раз для дешифта считали, что нужно оставаться, что не нужно уезжать. Шагал разделяет дешифтские идеи, будучи членом культурлиги, всех известных объединений. И будучи в Витебске, он получил пост в какой-то момент комиссара по делам искусств. И создал в Витебске первый музей и пригласил туда величайших конструктивистов 20 века, Малевича, Лисицкого, Буни, Ермолаева, которые, правда, очень быстро оттуда выжили. Но он считал, что дом находится в душе человека. Человек всегда, человек-еврей, несет в себе вот этот свой дом, вот этот идышкай, что с ним не сделать. В 21 году Шагал после неудачного комиссариата возвращается в Москву и начинает работать в театре «Ганов». Это первый еврейский театр. Очень многие тогда художники в связи с тем, что казалось, что театр соединяет все формы пластической жизни, и искусство, театр, и литература, и музыка, и драма, и живопись. Очень многие художники шли в театр. Так вот, Абрам Эфроса, о котором мы поговорили, предложил Шагалу расписать первое здание, первый зал еврейского государственного, потом он был государственного, еврейского московского театра в Большом Чернышевском переулке. И Шагал за полтора месяца создал колоссальное панно. Я вам показываю одно из этих панно, в котором мы разберемся еще потом, потому что в нем целый внутренний мир Шагала представлен очень яркий, очень яркий. Он ползает по полу за полтора месяца, написал эти поразительные композиции, они имеют, вот эта самая большая на левой стене композиция имеет 8 метров в длину. Она написана на холсте, темперой, подмешанной с гуашью еще, и они подвешивают эти панно на стены. Надо сказать, что судьбы этих панно были довольно уникальные, это в какой-то степени может быть подтверждение слова Булгакова, что рукописи не горят, но я вам хочу сказать, что они были потом перенесены в новое здание еврейского театра на Бронной. И, как вы знаете, этот театр был закрыт, и убили главного режиссера Михоэлса, и убили главного Сускина, и, в общем, произошли ужасные события, и потом этот театр подожгли. Он целиком выгорел, со всеми декорациями, сами, со всем, что там было. Но накануне пожара, буквально затем, художник Александр Тишлер пришел в театр, он был главным художником этого театра, за его закрытие. Театр же был закрыт, ликвидирован. Он пришел и вызвал грузовик, перевез свернутые в рулоны вот эти вот огромные панно Шагала в Третьяковскую галерею, где они пролежали вот с 50-го года до 90-го года, 40 лет они пролежали примерно в свернутом виде в Третьяковской галерее. Их один раз развернули в 73-м году, когда Шагал приехал в Москву, чтобы он их подписал. После этого их снова свернули, никому не показывали. Потому что идея была такая, что это формалистическое, показывать его никому нельзя, и только в Горбачевскую перестройку, уже во времена после 85-86 года,
они как-то начали экспонироваться и появился свободный доступ в запаснике. Раньше нам уже, к профессиональным художникам в России, надо было получать специальное разрешение, чтобы посмотреть картины этих художников. Это было вполне во времена уже, начало 80-х годов, мы получали эти разрешения. Но вернемся к панно Шагал. Вхождение в видение в еврейский театр. Обратите внимание на композиционное построение вот этого полотна. И я немножечко покажу вам какие-то кое-какие детали, потому что мне кажется, что плохо видно, но Шагал тут со свойственным, с одной стороны, жестким композиционным решением. Обратите внимание, как пересечение этих линий, игра, заочная игра с форсом примакизма Малевича с черным квадратом, потому что он считал, что после этого конфликта особенно, что Малевич заслушивает искусство, должно быть сочетание между свободными плоскостными геометрическими формами и живой жизнью, олицетворяющей внутреннюю душевную жизнь человека. Так вот, обратите внимание на композиционный строй общий, а теперь я вам покажу несколько фрагментов, чтобы мы разобрались, что же собственно происходит. Я вам показываю сейчас правый фрагмент, крайне правый. Здесь очень много всего. У меня не будет возможности рассказать вам обо всем. Но несколько слов просто. Итак, мы просто начнем слева направо. Мы видим зеленую корову, которой артист Михаил вручает скрипку. Почему, собственно, артист Михаил вручает скрипку зеленой корове? Потому что корова – это символ музыки с точки зрения еврейской, потому что рога, рог животного этого, рог быка, использовался как шофар, как музыкальный инструмент, и сейчас используется на еврейских праздниках. Итак, Михаил включает скрипку корове. На заднем плане пролетарий видит в кепке такой уже, Шагал переходит на графический язык, потому что он неожиданно. С очень большой смелостью. Пролетарий аплодирует Грановскому, будущему режиссеру, который в свете лампы раздумывает о своих будущих постановках. Но самое главное в этой композиции, что Абрамович Рост, критик, который шагает с левой ноги к левому нашему искусству, носит Шагала на руках в еврейский театр. Шагал, видите, сидит у него на руках и протягивает палитру, там справа изображен режиссер Грановский. Шагал находится, в отличие от целеустремленного вопроса, в несколько задумчивом состоянии. И задумчивое состояние усиливается надписью, которая написана над Шагалом. Написана надпись еврейскими буквами, но не справа налево, а слева направо написано Шагал. И также всеобщие персонажи, потому что еврейский театр в Москве – это какой-то сложная довольно ситуация, в которой есть и элемент, связанный с культурой, как бы уже в общемосковской, и все-таки самое главное с культурой еврейской. Этот Шагал хочет выразить опять таким как бы наивным языком. Посмотрим фрагмент центральный. Здесь изображены четыре музыканта, вернее так, здесь изображен танцор, не танцор, не Михаил, который держит за ногу козу. И три музыканта. Внизу дирижер Пулвер, который был музыкальным руководителем театра. Справа кларнетист, а в центре скрипач с оторванной головой. С оторванной голове мы еще не вернемся. Это очень излюбленная такая для Шагала тема. Но я хочу обратить ваше внимание, что на этой оторванной голове находятся бубенцы, как может быть, сказали бы, как в цирке, но эти бубенцы, если вы помните, ремуним, вот короны Торы, которыми когда-то занимались, это очень характерное украшение Торы. Тут же есть и аллюзии на скрижали Завета, и некие евреи, которые высовываются краем глаза, вот скрижали ведь справа изображены на желтом фоне. И очень много других деталей. Но обратите внимание, как это все подвержено такому единому ритму. И этот вот центральный круг как бы комментирует эту вот композицию. И сейчас я вам покажу ее правую часть. В правой части акробаты, стоящие на головах. Сам, сейчас секундочку, я немножечко уменьшу эту композицию. Вот я ее еще уменьшу, потому что вы ее все не видите. Вот так вот, да. Тут мы видим режиссера Грановского, который
сидя на табуретке, держит ноги в тазу. В тазу обычно держали ноги в холодной воде, чтобы не заснуть. Этот прием, кстати, очень широко использовался. И особенно он хорошо использовался на кино. И потом он используется в кинематографе. Я знаю, как художник, много работающий в театре, в кино, что артисту, чтобы взять крупный план, резко расширить или сузить его глаза, можно любит режиссером отмыть его ноги, которые нет на этот момент. Но характерно, что Грановский держит ноги, он находится в какой-то архитекции. Надо сказать, что Грановский был невероятно интеллигентным интеллектуалом. Уехал потом в Германию, считал себя учеником Рейнхарда и вообще самоизобильным человеком. Но он одет вот эти самые разноцветные штаны, держит ноги в воде и смотрит вместе с довольной белой коровой, перевернутой на акробатов, одетых в традиционно еврейскую одежду, да, и акробаты в стихах, и на правом акробате филин и ручной, и головной. За акробатами, вот между этими двумя акробатами, стоит актер Вениамин Гудкин, гениальный актер, который, вы помните, может быть, в истории еврейского театра, играл Шута в знаменитом «Короле Лире». Это замечательный актер, может, я скажу одно слово, он был после убийства Михайловича и разгон театра, он был назначен поэтом театра, но слег с тяжелой душевной болезнью, и прямо из больницы его забрали и убили. Все говорят по воспоминаниям, там, что это был совершенно поразительный актер. Михайлович Зускин – это две самые главные величины. Вот за ними, может быть, я уже много вам рассказываю, за ними стоит как бы псевдо-Лиля Коста, который разрывался между еврейской религией и светским миром, и в результате покончил с собой. На этом Лиля Косте маски, с одной стороны, Штернберга, с другой стороны, Альтмана, другие Шагала, которые он читал, что они слишком рьяно, так сказать, занимали такие посты при большевистском правительстве. Снизу мы видим человека под зонтиком, зонтик всегда в еврейской символике, это защита Всевышнего. Справа внизу еврей, который мочится на снизу, потому что мы, значит, продолжаем быть кошерными при всем вот нашем вот этом театральном вот полагании. И масса тут еще всяких деталей про птичек, на которых сидят люди, я еще расскажу, если у нас хватит еще какого-то времени. Шакал вообще совершенно бесконечен и поразителен по своему вот такому разнообразию синтетическому и потому, насколько он ярко и широко трактует темы, которые для него важны. Это маленькая иллюстрация, о которой я вам говорил из книжки «Моя жизнь» в «Расседание», о том, как еврей несет свой дом на себе. Каждый из нас несет на себе свой дом. И это одна из инициальных вещей. Еще я вам хочу показать одну очень важную вещь. Обратите внимание, если вы видите, что у Шагала сидят влюбленные на птичках, и вообще что-то происходит на них у птицы, то птица для Шагала – это образ любви, это образ любви, физической любви между мужчиной и женщиной. И вот эта вот работа, связанная со свадьбой Шагала, это уже работа, когда он уехал в Париж снова. Он вернулся в Париж, успел получить разрешение луначарства, министра культуры и убежать в Париж до того, как события начали разворачиваться совершенно неожиданно. Так вот, любовь у Шагала всегда связана с птицей. А птица – это вот курица, это всегда образ любви. Обратите внимание, что это чудесная картина, один из вариантов бесконечных шагаловских влюбленных. У нас осталось просто совсем немного времени, я вам хочу рассказать о том, о чем я думал вам рассказать. У Шагала очень драматично всегда были все события революционные. Он не считал, что он может, что художник может не откликнуться, что художник может не ответить на исторические события. И вот эта картина, которая, к сожалению, не уцелела, он ее разрезал потом на две части, колоссальная картина, изображает Октябрьскую революцию. Слева, как мы видим, опять здесь представлена динамическая и статическая композиция. Слева идут огромные революционные массы. В центре композиции на столе
вверх ногами Ленин, Владимир делает свой функции, вверх ногами балансирует, потому что революция переворачивает все, весь мир вверх тормашками. Но рядом с ним сидит задумчивый еврей, отписан Торы, как символ вечности, который находится в глубоком раздумье. И справа разворачивается фантастический мир еврейского местечка с его бродячими музыкантами, с его животным миром, который связан с миром людей очень тесно, с его жизнью, родами, музыкантами, цирковыми акробатами, которые были в дворах садиков. И вот это вот противостояние вот этого разрезанного мира и кустового мира революции с точки зрения Шагала являлось неким символом того, что происходит в России. Как я уже говорил, Шагал успел вовремя уехать и написал он в Париже довольно известную картину, которая была названа «Россия Аслана Грузин». И тут для меня, может быть, очень важно, чтобы показать вам еще раз раннего Шагала с точки зрения бешитского происхождения, что тут, собственно, изображено. Как всегда, загадочное название, оно придумано вместе с поэтом Блезом Сандраром. Что изображено? Есть и дешистская пословица, что дурная хозяйка, чтобы подарить корову, загонит ее на крик. Шагал ставит красную корову, заметьте. Помните, что такое история красной коровы? Я эту красную корову использую. Он ее ставит непосредственно на крышу, какой-то дурной хозяйки. Глупая хозяйка, как древняя такая тоже дешистская пословица, у дурной хозяйки, нет, у глупой женщины голова отлетела. Шагал рисует прекрасно отлетевшую голову. При этом, что происходит? Кто кормится от этой красной коровы на крыше? Кормится, мы видим простую аналогию Ромула и Рема. То есть Исава, то есть человечество, основоположница Трима, человечество, которое развилось с точки зрения своей цивилизации. Удивительно, поэтому вот это простейшее использование идишистских пословиц и поговорок внутри, так сказать, огромного мира, связанного с европейской цивилизацией, с еврейской древней цивилизацией, и с космосом, практически с космосом, с изменением верха и низа, является характернейшей чертой творчества Шагала. Я вам хочу сказать, что он всю жизнь, в заключении нашей встречи, всю жизнь Шагал думал о своей связи с поколением предшествующим. Я вам в заключение прочту маленькую цитату, потом с удовольствием попытаюсь на что-то ответить, если будут вопросы. И так он пишет. Погружение в искусство и весь Восточной Европы. Нет, вот я вас тут вот так вот скажу, другую, покороче. Евреи, где-то им хочется, а мне да, могут оплакивать гибель создателей маленьких деревянных синагог в местечках. Почему я не лежу с вами в одной могиле? Синагогальных свечников по дереву. Я видел их работы в собрании ханства и был потрясен. В чем, собственно, разница между моим коллегой прадедовским Сигалом из Могилева, расписавшим стены тамошней синагоги, и мною, расписавшим еврейский театр и хороший театр в Москве. Вот так вот Шагал это, об этом думает. Понимаете, он связывает верх и низ, связывает древние поколения и современность, и при этом все это находится внутри его мира. Потому что в заключение, хочу сказать, что Шагал ушел из театра Грановского, сделался страшный конфликт, когда Грановский потребовал повесить натуральную тряпку на сцену. Шагал бы не мог вытерпеть, потому что все в его мире должно было быть подчинено его творчеству. Не может быть реальная вещь внесена в мир Шагал. Может быть, я тут еще могу добавить, что Михаил вспоминает, что он должен был выходить на сцену, а Шагал продолжал усеивать его костюм с этими маленькими изображениями, зверьками, цветочками. Он не мог его так выпустить, ему казалось, что артист не вписывается в мир Шагала. То же самое произошло уже в последнем огромном его музее библейской послания, в Минске, уже поздней работы, куда при открытии музея вкатили рояль черный. А ведь все стены были придуманы Шагалом, как картины на темных тонах. И Шагалу ничего не оставалось, но здесь рояль расписал немедленно. Потому что он не мог терпеть, что чужой предмет находится внутри вот его мира, его мира художника.
Я думаю, что мы немножко познакомились с образом Ирма Шагала. Я надеюсь, что мы еще продолжим. По поводу цитаты, которую Сергей пишет из «Шулхана Арухи», я должен спросить у кого-то более знающего. Но я еще знаю множество людей, моих друзей, которые рожали вместе со своими предшественниками. Иисусские природы лежали за руку и читали книги. Поэтому я тут должен спросить, я все-таки не раввин, а художник, это вопрос, который я попытаюсь уточнить у нашего раввина, и я отвечу вам с удовольствием. Спасибо вам большое. Если есть вопросы... Маргарита. Значит, трактовка картин, которую я привожу, конечно же, это не трактовка Шагала, потому что Шагала театр никого не любил. Но частично, да, частично что-то мне я вижу в этом. Частично я уже ссылался на Анатолия Апсинку, замечательного искусствоведа. И, конечно, частично, то есть в очень большой степени, я должен сослаться на профессора Майзу из Иерусалимского университета. Я считаю, крупнейшего специалиста по современному творчеству Шагала. Спасибо вам большое. До следующих встреч. Миш, секунду, ты меня слышишь? Да. Да, надо не забыть сказать, и поправь меня, если я ошибаюсь, мне кажется, нет, что в следующий раз лекции не будет, а лекция будет через неделю, следующая лекция 6 июля, правильно? Да, совершенно правильно. Следующей лекции не будет, потому что я должен быть в Москве, я опасаюсь, что качество связи нам не позволит с вами... не позволит вам меня слышать так, как мне бы хотелось. Окей, хорошо. Всем спасибо. До свидания. Хорошего дня. Пока.